Приближается суббота, снова хочется у решеты. Там летают планеры, и ребята славные. Там такая аура, что хочется кричать «Ура!». Мы отложим все заботы и отправимся в решеты. Полетать на планерах с ребятами славными. И у вечернего костра, там ведь тоже аура. Утром выйдешь в чисто поле, там приволье и раздолье. Там клубника спелая и коровы смелые. И прямо с раннего утра там повсюду аура. А там такая аура, что хочется кричать «Ура!». Полетаем над землею, полюбуемся красою. Воскресенье кончится, а уезжать не хочется. Но тем не менее пора, до свидания, аура. До свидания, аура. Решеты – это планерный аэродром возле Новосибирска. Меня туда пригласил Владимир Владимирович Кочкин, директор планерного клуба. И в прошлом году там проходил всероссийский чемпионат по планерному спорту. Или всесоюзный уже? Всероссийский, да? Вот. И там, вообще я уже там 6 лет бываю в гостях. Но такого количества спортсменов, самолетов, и планеров, и самолетов даже было 3. Вот, я еще там не видел. Но там действительно такая удивительная атмосфера. Вот. И у вечернего костра там мы как раз познакомились с Владой Баламуткиным.